100 тысяч рублей. Ты можешь выбрать все, что угодно. Я хочу посмотреть Apple X. Хочу взять, чтобы Сережа работал. Я хочу купить брату вейп классный. Мне нравится этот магазин. Я считаю то, что тут качественные вещи. Хочу колонку маме Apple 6s на 64 гигабайта. Я хотела посмотреть Гироскутер. 25 тысяч. О, нифига. Как раз сотка, да? Да. А можно где-нибудь посмотреть без упаковки? Берем. Здесь мы уже ходим третий час. Я очень рада, что купила маме. Нет, я, короче, хочу купить 6S еще iPhone себе и брату. Да ты че? Ребят, всем привет! Здорово! Мы увидели, как вам безумно зашел видос с предыдущей покупкой школьника. Поэтому на этот раз мы снимем такой же видос, но взяли с собой школьницу и дадим ей 100 тысяч рублей! Представляете, ребят, 100 тысяч рублей! Ставьте лайк за наши старания! Пишите в комментариях! Не забывайте про колокольчик, ведь это важно, чтобы каждый видос, когда он выходит, вы увидели первым! И не забывайте комментировать, что бы вы купили на эту сумму! Ребята, а теперь погнали встречаться с нашей школьницей! Ведь она вот-вот должна уже подойти к магазину, который находится сзади нас! Погнали! Каждый раз после каждого нового видео мы анализируем наш канал! Постоянно мы видим такую картину, то что 50% наших зрителей не подписываются на канал. Поэтому исправь это, подпишись, нажми красную кнопку. Потому что вы должны быть частью нашей команды. Привет. 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 Как тебя зовут? Меня зовут Марина, мне 13 лет. Отлично. Ну ты как рада вообще то, что ты именно стала в нашем видосе? Очень рада. Супер, супер. Ты, наверное, еще не знаешь, но для тебя ждет 100 тысяч рублей. Вот они. Вот они. Просто ты можешь выбрать все, что угодно. Мы с тобой уже связывались. Вообще, что ты думаешь, что ты хочешь вообще взять? Я хочу посмотреть Apple X, купить маме новый телефон, потому что я считаю то, что 4 года телефону он уже отслужил. И хочу купить для брата и для мамы новый компьютер. 100 тысяч рублей у тебя бюджет, на него ты можешь купить все, что угодно. Давай начнем с этого магазина. Здесь есть как раз магазин техники. Здесь ты сможешь купить все необходимое. Пойдем? Пойдем. Отлично. Так, ну что, здесь есть подходящий айфон? Ну, Apple X есть, но коробочки нет. Может, тогда сразу ноутбуки посмотреть? Ну, пойдем, в принципе, конечно. Вообще, в основном я его хочу взять, для, чтобы Сережа работал и мама лазила в нем. Отлично. А какой рассматриваешь? Я не знаю. Ну вот есть HP нормальный, Asus. Ну или давай просто элементарно выберем, какой нравится по расцветке, я не знаю, по дизайну. По дизайну, ну да. И по цене тоже смотри, чтобы что-то осталось, возможно. Либо ты хочешь, может, супер крутой какой-нибудь ноутбук. Я помню, ты говорил еще то, что хочешь сотовую маме. Да. Какой? Xiaomi Redmi S2. Так, а ты сейчас, когда к витрине подходил, не видел? Его там нет. Тогда давайте направимся в другой магазин. Еще я хочу сейчас ехать в вейп-шоп. Я хочу купить брату вейп классный и, наверное, жижа. Он меня любит вейпить. Диман, ты разбираешься в этом? У него с персиком. Я хочу примерно такое же сочетание вкусов. Наверное, персик, там виноград, кокос, что-то такое. У него была такая, у него закончилась. Есть что-нибудь, что ты хотел бы ему сейчас приобрести? Ну, что ему нравится? Мне кажется, ему понравится вот это. Груша и чуть кислое яблоко. Ну что, мы будем брать? Нет, я еще подумаю. Еще? Так, ну ладно, пойдем тогда. Так, Марин, мы уже много что посмотрели, но ты еще ничего не взяла. Почему? Я хочу конкретно подумать, и сейчас я хочу посмотреть сумку. Отлично, пойдем тогда посмотрим сумки. Так, мы выбрали Спортмастер. Она хочет именно здесь приобрести рюкзак. Давай, Марина, расскажи, какой бы рюкзак вообще бы ты хотела? Я не знаю, я хочу просто его купить для школы, чтобы он у меня держался. С рюкзаком, который я хожу в школу, он уже прослужил 3 года, и он почти рвется. Ну, у тебя, может, из класса у кого-нибудь такие же рюкзаки? Или почему именно здесь? Мне нравится этот магазин, я считаю то, что тут качественные вещи. Я часто здесь покупаю что-то.
Угу. А по ты... цене? По цене как? Нормально? По цене нормально. Так, какой вариант вообще любит? Более яркое, что-нибудь розовое. Яркое, да? Нет, темное. А, что-нибудь темненькое? Представляете, что-нибудь темное? Ну, это такой уже нежный вариант. Приятный цвет. Да, да. Вот, черный. Ну, одноклассника. Нет, давайте лучше сначала посмотрим маме телефон. Так, отлично. Пойдемте тогда, наверное, в другой магазин техники. Я хочу взять маме Apple 6s на 64 гигабайта. Да? Да. Хорошо, Диман, значит, берем, да? Да, берем. Я очень рада, что купила маме новый телефон 6s. Друзья, у меня есть гениальная идея. Давайте наберем вместе с вами 5000 лайков, и тогда следующий школьник будет покупать покупки на 500 тысяч рублей. На 500 тысяч? Диман, не слишком ли много? Нет, набираем 5000 лайков, и все будет. А сейчас давай направляемся за ноутбуком? Да. Отлично, погнали. Марина, а почему ты здесь остановился? Я утром вам говорила, что я хочу колонку для того, чтобы включать музыку, там слушать ее. И также у нас в школе танцы иногда бывают, чтобы удобнее было включать музыку и танцевать. Да? Отлично. Sony хороший выбор. Мне, в принципе, даже мне нравится. Я бы сам выбрал Sony. Мне она все же нравится тоже, но давайте все же сначала ноутбук. Хорошо. Так, а почему ты здесь остановилась? Я хотела посмотреть гироскутер. В нашем детстве, Диман, с тобой такого не было, да? Нет, таких вещей я просто даже не мог себе представить. Но если бы я был в ее возрасте, я бы не отказался покататься по своему райончику вечерами на такой штукенции. Марина, а сколько стоит гироскутер? 25 790. 25? 6. Ну это практически четверть всего этого, всей суммы. Ну, я думаю, если бы у меня была бы такая возможность, наверное, я все-таки выбирал бы что-то из этого разряда. О, нифига. Как раз сотка, да? Да. А можно его где-нибудь посмотреть без упаковки? Ну, давай сейчас пройдем в телевизор. Я давно уже к этому телеку питаю свою душу. Пойдете, я вам покажу, где он находится. Если ты возьмешь именно телевизор, я не знаю. Я просто буду к тебе приходить и смотреть его. Посмотрите на этот дизайн, какой он красивый. Тебе нравится? Очень. Берем. Да, и жалко, что... Ну, правильно, правильно. Сейчас сделал Марин то, что не взяла его, потому что он выключен, и мы не можем даже оценить качество его картинки. Пишите в комментарии, кто бы хотел, чтобы я его когда-нибудь себе купил. Друзья, это моя мечта детства. Давайте, накопим вместе. Марин, ты что там видишь? Берем телевизор, друзья, телевизор, подскажите ей в комментариях то, что нужно брать телевизор. С тем школьником мы справились буквально за полчаса, здесь мы уже ходим третий час просто, друзья. Наверное, каждой девушке это дано, выбирать просто все долго. Любая вещь, неважно, это какая-нибудь маленькая, дешевая или дорогая, все равно они будут это делать бесконечно. Бесконечно. И этот нравится? Ну, честно говоря, этот мне тоже побольше понравился, чем то, что мы смотрели в первый раз, потому что я как бы к Asus'ом вообще питаю какую-то слабость. Мне нравятся эти ноутбуки. А чем он тебе вообще понравился? Он напоминает мне наш ноутбук. У нас был он очень хороший. Мне кажется, это тоже хороший диск. Я думаю, будет очень хорошо играть в игры. Не будут виснуть. Брат сюда приходил, ему тоже очень понравился этот ноутбук. Без скидки, правда, он был. Ага. Диман, ты бы сам-то взял, что ли, такой ноутбук себе? Конечно, была бы лишь возможность. Давайте сейчас я пойду к консультанту, узнаю, есть ли на складе этот компьютер. И что, мы тогда будем его брать? Да, наверное. Отлично, тогда подождите меня, еще немножко поговорите, и я вернусь. Если есть, пойдем уже на кассу оформлять. Угу. Марин, вот тоже Asus, но он подороже, как тебе такой компьютер? В общем, я узнал, у консультанта есть на складе, поэтому нам уже его заворачивают в коробочку, можем идти на кассу покупать. Ага, отлично. Пойдемте. Пойдемте. Нет, я, короче, хочу купить 6s еще айфона себе и брату. Да ты че? То есть ноутбук уже не берем? Ну ладно, тогда придется отменить эту покупку, да, Диман? Да, тогда пойдемте именно в этом же магазине, посмотрим 6s. Я хочу взять 2 6s на 64 гигабайта таких вот разных цветов. Ага, Диман, что, договоришься там, да? Да, тогда сейчас пойдем уже их оформим
и рассмотрим ее покупки. Друзья, мы это сделали! Я очень счастлива, что купила не только маме iPhone, но еще себе и брату. Я очень счастлива, то, что мне выпала такая возможность сняться у вас. Спасибо вам большое. Ага, ну ты тогда хотя бы свой распакуй. Друзья, это круто! Скажите в комментариях, как бы вы истратили эти 100 тысяч рублей? И не забывайте о том, что сказал Диман в магазине. Набирайте 5000 лайков, и мы тратим просто бешеную сумму на следующего школьника. Друзья, не забываем подписываться на наш канал, ставить лайки и колокольчик, который очень важен. А также не забывайте о том, что у нас с Диманом есть свой телеграм-канал, на котором мы будем разыгрывать деньги при наборе 1000 подписчиков. Давайте еще раз вам покажем неподдельные эмоции нашей героини. Ну что ж, до новых встреч! Увидимся! Пока!